Скажи, как зовут? Андрей. Все отлично. А за что-нибудь можно держаться? Да, за красный. Да. Еще не держаться. Надо за что-то держаться. Вообще не подтянуто ни разу. А? Она сказала, сверху подтянут. Вот здесь. Все нормально. Погнали. Сейчас поезд проедет. Там камера, ты меня слышишь? Это было страшно, да пизды. Да пизденение. Что, эффектная ласточка была?